Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с творческой молодежью. Главе региона по большей части обратились с вопросами о нехватке помещений. По словам певицы Арины Калитеевской, в городе не хватает мест для проведения репетиций вокалистов, танцоров и различных хореографических групп. Необходимы небольшие студии со звукоизоляцией и залы для творческих групп. Сергей Носов на просьбу откликнулся и предложил найти помещение, задействовав квадратные метры, которые простаивают без надобности в учреждениях культуры. А при необходимости выделить бюджет, чтобы сделать там ремонт. Но что предлагаем? Вот провести так называемую инвентаризацию существующих помещений, оптимизацию их загрузки, очень внимательно посмотреть. Использовать надо все муниципальные объекты, региональные объекты. И если там необходимо сделать ремонт, это можно сделать достаточно быстро. На встрече с главой региона выступил и руководитель танцевальной школы онлайн Андрей Потапов. Он рассказал о перспективном проекте, где представители разных танцевальных направлений, таких как брейк-данс, народные, бальные танцы и другие, могут обмениваться опытом друг с другом. К главе региона поступила просьба о помощи организовать подобные проекты на базе лагеря «Северный Артек». Таким образом, дети будут увлечены только творчеством. Их не будут беспокоить внешние проблемы повседневной жизни, и совместное увлечение участников сплотит местную молодежь. Нормальная тема, мне понятно, почему это сплачивает. Значит, так или иначе. А возможности Северного Артека хорошие, неплохие. И их надо использовать круглогодично, мы к этому тоже пытаемся стремиться сейчас. Каждый представитель творческих направлений был на встрече услышан. По основным вопросам Сергей Носов распорядился оказать необходимую поддержку. Поздравляю.